Я иду сейчас на встречу с одной блогершей. Она приехала из Турции, живет в Турции. Мария ее зовут. Мы с ней встретимся и все покажу о нашей встрече. Как мы проведем время, как мы проведем знакомство. И с вами я, Светлана, друзья мои. Сейчас я пришла на встречу с моей подругой Марией. Мы с ней познакомились в Ютубе, и она приехала в Мерсин. Находимся у них в отеле. Здесь проходит свадьба. Сейчас я покажу вам Марию. Кстати, очень интересный блогер. Подписывайтесь на ее канал. Она рассказывает о жизни в Стамбуле. Ссылочку я оставлю под видео, как найти ее. Друзья мои, а здесь свадьба, турецкая свадьба. Друзья мои, турецкую свадьбу вам покажу. Танцует жених с невестой. Французская мелодия. C'est pas l'histoire ce soir, on l'a fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui vient du midi et qui vient nous voir vers le brouillard. Cette jeune femme s'appelle Caterina Caselli. Una strage fa la storia di noi due era un po' come una favola. Вода, какие-то печеницы. Печеницы и фруктов даже нет, и соки. Вот такие у нас у них свадьбы. Постоянные танцы. Спиртного нет, друзья.
приходить сытыми сюда. Только здесь пляшете от души, и спиртное нельзя. Но есть исключение. Богатые люди, которые позволяют себе также и еду, но там у них курица, плов, суп. Ну, в зависимости от того, от финансовой возможности. Но в основном вот такие печеньки, торт разрезают, воду, соки. Вот есть именно такие вот макеты. Очень часто. Настоящая очень редко бывает. Это макет, наверное, не настоящий. Доуруди. Сейчас посмотрим, когда они будут резать. Тогда поймем мы с вами, настоящий или нет. А вон там впереди невеста, да, ее обнимает, целует. У них в основном как на свадьбе? Вот они садятся, смотрят, пляшут, потом выстраивается такая очередь, и они дарят золото, золотые монеты, денежки. И все они это прикрепляют на ленточки. Жених и невеста ленточки такие вешают на шею. И вот они булавки им дают, когда подходит очередь каждого. Они булавочками прикрепляют вот эти деньги. И также монетки золотые. Невеста с женихом готовятся. Сейчас они будут резать торт. Посмотрим сейчас, настоящий он или нет. А в руках настоящая сабля, а не нож. Представляете, это даже сверху до низа порезать этот торт. Смотрите. Друзья, это не настоящий макет. Вы видели? Нифига не разрезали. Повторяют. Вот и вся красота турецкой свадьбы. Ну, отдельно они им принесли на тарелочке другой торт, и они его друг друга угощают. Такое же было и у меня то же самое. Но у меня не было свадьбы. У нас была только роспись, но у меня было платье,
И такая была коровушка там. На эту тему тоже хочу создать видео и поговорить о моей такой свадьбе. Ну, а сейчас жених с невестой буду танцевать. Муж опять бурчит. И вот, друзья мои, вот такая турецкая свадьба. Так получилось, что мы попали случайно, а попали... Как попали сюда? Мы встретились, я встретилась с моей новой подругой Марией Южил, живет в Стамбуле, она блогер. Она приехала сюда погостить, и мы с ней встретились, а познакомились на страницах Ютуба. И вообще очень много друзей еще я приобрела на страницах Ютуба. Спасибо вам большое. Давайте дружить с каналами, ценить друг друга и помогать, набирать подписчиков, друзья мои. И с вами была Светлана. Пока!